Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. Сегодня в наш обзор снова попали гитары от компании Cort. Многие знакомы с их бюджетными инструментами, но далеко не все знают, что у этого производителя есть гитары премиального уровня, и именно о них пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Готовы? Поехали! В серию Gold входят акустические и электроакустические гитары, выполненные целиком из массива отборной древесины. Как заявляют производители, эта серия настоящий венец их творения, все детали продуманы до мелочей, а звучание инструментов способно покорить с первого аккорда. Давайте же проверим, так ли это на самом деле. Итак, у меня в руках модель Gold D6, выполненная в корпусе Dreadnought. Верхняя дека гитары сделана из массива ситхинской ели класса A+, искусственно состаренной. Благодаря такому решению совершенно новый инструмент звучит так же объемно и мощно, как уже разыгранный. Нижняя дека и обечайка гитары выполнены из массива махагони, который дополняет яркое звучание ели плотной и насыщенной серединой. Гриф инструмента также выполнен из махагони и дополнительно усилен двумя вставками из ореха. А для большей стабильности и увеличенного резонанса традиционное крепление ласточкин хвост производители дополнили внутренним болтом. Накладка на гриф и бридж гитары сделаны из макасарского эбони, схожего по своим свойствам с палисандром. Пины, кстати, тоже сделаны из эбони и гораздо лучше пластика передают вибрацию струн на корпус. Верхние и нижние порожки сделаны из натуральной кости, а за стабильность строя отвечают винтажные, очень красивые позолоченные колки. В целом гитара выглядит действительно стильно и очень дорого. Резонаторное отверстие отделано перламутром, инкрустация на 12-м ладу повторяет украшение на бридже, а корпус имеет лаковое покрытие, прошедшее специальную ультрафиолетовую обработку. По сравнению с обычным лаком, оно гораздо меньше подвержено износу, а очень тонкий слой оставляет звучание инструмента открытым и воздушным, позволяя корпусу свободно резонировать. Давайте же послушаем, как звучит Cort Gold D6. Следующая гитара Gold O8 выполнена в более компактном корпусе оркестра, но, как и предыдущая модель, она доступна в корпусе Dreadnought, Auditorium и Parlore. По материалам и конструктивным особенностям инструменты очень схожи, но нижняя дека и обечайка у этой гитары сделана из массива Pau Ferro, древесины, напоминающей индийский палисандр, как внешне, так и своим глубоким, насыщенным и густым звучанием. Вокруг корпуса предусмотрена белая окантовка, а вместо стандартных отметок ладов в виде точек накладывается и гриф украшает изящная перламутровая инкрустация Gold Custom MOP. Накладка сама и бридж сделаны из черного дерева. Кстати, гриф у этой гитары чуть шире, чем у модели Gold D6 и составляет 45 мм, что для кого-то может стать преимуществом. Оба инструмента комплектуются очень прочным и теплым полужестким чехлом с заплечными ремнями и карманом для аксессуаров. Ну и традиционно для фирмы Cort на гитаре установлены струны Daddario EXP16 с защитным покрытием с обмоткой из фосфорной бронзы, калибр струн 12-53. Давайте послушаем, как же звучит Gold O8. Thank you.
Ну что ж, друзья, настало время подвести небольшой итог. Итак, сегодняшние гитары оставили на самом деле очень приятное впечатление. Честно признаюсь, ранее я был скептически настроен к инструментам от компании Korg, к бюджетной серии. Однако сегодняшние инструменты меня очень порадовали. Особенно это касается дредноута. Я в целом очень люблю дредноуты. Сам играю чаще на этой форме гитары. И конкретно модель D6 действительно очень достойный, конкурентоспособный дредноут. Поэтому, если вы играете, скажем, фингерстайл с какой-то агрессивной перкуссии, либо же вы аккомпанируете вокалисту, то это будет отличным выбором. Что касается формы оркестра, тоже достаточно хороший очень инструмент. Мне показалось тяжеловато, конечно, с грифом 45 мм работать на нем, плюс 12 калибр струн, плюс еще произведение с баре. Это действительно такая хорошая нагрузка для левой руки, поэтому, друзья, будьте внимательны. Если вы привыкли работать со стандартным грифом, то это может оказаться скорее не бонусом, а наоборот проблемой. В данном случае для меня это было ощутимо. Но для кого-то, кто ищет себе больше комфорта в грифе, это будет наоборот преимуществом. Тем не менее, рекомендую попробовать эти гитары вживую. Это действительно стоит того, друзья. Инструменты потрясающие. Ну а мы с вами увидимся уже в новых обзорах на канале Music Market. До скорых встреч. Пока!